Дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, девчонки, зима у нас только начинается, поэтому мы утепляемся. Очень много снимаем видео, поэтому смотрим, кому длинные, кому короткие, пожалуйста. И сегодня я Г15, В16, Фурсине. Я уже снимала этот павильон, и, конечно же, сегодня нам, девчонки, представят Люба свою коллекцию. Поэтому, кому интересно, пожалуйста, шуб очень много, разные интересные модели, разные расцветки, короткие, длинные. Сейчас немножко по витрине пройдусь. И посмотрите, с мехом, без меха. Пожалуйста, цвет пудра даже есть. Смотрите, какой красивый. Девчонки, приходите, звоните, пишите, заказывайте. И, конечно, нас встречает сегодня Любаня. Она нам сегодня продемонстрирует свои модели. Ну, моделей очень много, девчонки. Так что, если вас заинтересовали какие-то модели, еще раз покажу визитку. И, конечно же, заказывайте. Добрый день, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Магазин Фурсине снова с вами. И я Любов. Девочки, мы находимся город Москва, торговый комплекс «Садовод», 5-й павильон «Меха и кожа». Вход 3, место наше, Г15, В16. Девчонки, сегодня я вам покажу новую коллекцию, которую мы получили. Покажем модельки, которые получаем все время на модель, на повтор. Очень всего много покажем в норке, в каракуле и рысь-шиншилка. Дорогие подписчики, у нас размеры начинаются от 40 по 64 размер. Отправка по всему миру. Сейчас, девчонки, я покажу вам новую коллекцию. Начну вот с такой прекрасной шубки. Длина изделия 90 сантиметров. Цвет сирени. Большой, красивый, огромный капюшон из чернобурки. Вот, внутри кулисочка. Рукавчик тоже стягивается на кулиске. Низ тоже, он идет такой собранный. Вот я. Цена такой шубки 120 тысяч рублей. Девчонки, цвета есть черный, белый и сирень. Девчоночки, шикарный зеленый цвет, цвет травы. Воротник английский из куницы, паркетная выкладка. Длина изделия у нас 110 сантиметров. На мне размер 52. Девчонки, у меня рост 1,68 м, размер 50. Размеры есть от 50 в такой модельке до 56. Вот посмотрите, какая шикарная праздничная шубка. Здесь идет скандинавская норочка. Рукавчик здесь можно отстегнуть. Если вот у девчонок руки не длинные, или кто хочет помодничать под перчаточку, тоже будет очень красиво. Вот посмотрите. И можно здесь затянуть на кулиску. Вот такой вариант. Внутри тоже кулисочка. Цена такого изделия 140 тысяч рублей. Девочки, посмотрите, какая шикарная яркая шубка. Вот для наших модниц, ярких девчонок, вот такой цвет. Я очень люблю красный цвет. Вот сегодня даже брюки красные одела, потому что я тоже люблю все яркое. Здесь, девочки, у нас идет рукав кимоно, отделка из чернобурки. Рукав тоже отделанный чернобурочкой. Вот очень красивое сочетание, паркетная выкладка. Здесь идет кожаный ремешочек, я ее застегну до конца. Девчонки, таких моделей у нас есть цвета: черное, белое, графит, сирень. Ну, все цвета, которые есть яркие и есть классические цвета. Цена такого изделия у нас идет от 118 тысяч рублей. Вот, посмотрите со спины. Здесь внизу тоже кулисочка, тоже можно затянуть. Можно снять поясочек. Она будет как курточный вариант, без внутреннего пояса. Тоже она очень смотрится шикарно. Цена 118 тысяч. Очень хорошая цена. Девочки, кто любит яркие цвета, звоните, пишите по номеру телефона. У меня всегда доступный номер телефона 8 926 585 25 41.
В любое время можете звонить. Девчонки, у нас кредиты, отправки по всему миру. Кредит, рассрочка, все мы оформляем в магазине. Так что только паспорт и хорошая кредитная история. И через 20 минут ваша шубка будет у вас. И вы уже будете любоваться своей красивой, долгожданной шубкой. Девочки, посмотрите, какая красота на мне. Вот снегурочки, наши белоснежки. Посмотрите, какая шубка. Новая модель, чернобурка, воротник. Рукав тоже отделанный чернобуркой. Здесь идет такие темненькие переходы. Беленькая шубка с темными переходами. Очень красиво смотрится. На мне размерчик 46-й. Размеры есть, девчонки, до 52-го в такой модели. В такой модели цвета есть черная, графит, белая, пудровая. Цена изделия такой шубки у нас 115 тысяч рублей. Девчонки, продолжаем наш показ. Посмотрите, какая на мне вот простая шубка, но она очень актуальная вот для наших девочек, которые вот похолодало и вот уже одели шубку на первый холод. Здесь идет у нас английский воротник, низ у нас такой рубашечного кроя, бока идут фигурные, прямой рукавчик. Здесь она идет в распуске, впереди и спинка идет паркетной выкладки. Английский воротник у нас приподнимается высоко, здесь можно его закрыть и сделать как стоечку. Цена такого изделия у нас 65 тысяч рублей. Девчонки, цвета есть все. Все яркие цвета в такой модели. Классические цвета, беленькие. Все вот какой вы цвет придумали, ну, которые могут быть в шубках. Есть все у нас в наличии. Звоните, пишите. Мы все вам покажем по видео. Что вас заинтересует, мы все модельки показываем, рассказываем, отправляем. А кого ждем у нас в магазине, в Фурсине, который находится в торговом комплексе «Садовод». Девочки, вот следующая моделька на мне, посмотрите, какая интересная. Эти модели мы торговали раньше, потом почему-то их перестали заказывать. Сейчас они опять пользуются спросом, потому что на вечернее платье очень актуальна эта модель. Или девчонкам, которые любят платить платки. Посмотрите, какая здесь интересная двойная шанель. Вот она, вот я подойду поближе к камере, чтобы девчонки посмотрели, как вот воротник красиво сделанный, двойная шанель. Сзади она не задувает, потому что все прикрыто и красиво, нарядно смотрится. Ну, здесь брошь красивая, кто любит, можете ее оставить, а кто не любит, можно снять. Цвета, девчонки, в этой модели у нас есть пудровый, графит, черная. Размеры до 56-го. Длина изделия у нас 60 сантиметров. На мне размер 50-й, цена такой шубки 65 тысяч рублей. Очень шикарная цена. Девчонки, звоните, пишите, по таким ценам мало моделей. Девчоночки, вот на мне тоже очень шикарная модель, которая всегда пользуется спросом. Это моя любовь. Вот эти шубы, они есть у нас и в полной длине. Длина 130, 120, 115, 110, метровка. Сейчас мы заказали вот эти любимые наши модели 75 сантиметров. Вот смотрите, какой красивый насыщенный цвет графита. Паркетная выкладка. Здесь рукавчик я уже показывала. Здесь рукав идет у нас манжетиком. Он идет плавающий манжет. Можно тоже его под перчатку. А в кого рост от 170 сантиметров, можно просто оставить вот такой прямой рукавчик, манжет. Здесь я ее застегну до конца. Хочу показать, как красиво смотрится в канадской норке вот эта модель. Здесь карманчики боковые. Вот. Цена такой шубки 115 тысяч рублей. Цвета в таких моделях есть орех, черная, пудровый цвет. Следующее меховое изделие у нас идет тоже курточка 75 длина, на мне размер 44. Вот перед этим я показывала графит. А здесь она идет пудровый красивый цвет с таким хорошим оттенком. Он тоже идет в седину, вот этот новый оттенок. Оттенок мы получили в этом году первый раз. Вот этот цвет пудры. Очень красивый цвет. Вот посмотрите со всех сторон.
какая интересная модель в таком цвете. Цена такой шубки 118 тысяч рублей. Следующее меховое изделие, девочки, у нас тоже очень красивая шубка. Здесь идет большой, огромный такой капюшончик. Капюшон, отделка из чернобурки. Но здесь цвет у нас идет такой с розовинкой, пудра. Вот я покажу поближе. Здесь скандинавская хорошая норочка. И очень интересный цвет. Нарядный, светлый, на зиму прямо шикарная шубка. Длина изделия у нас 65 сантиметров, нет, девчонки, извини, 75 сантиметров. Размер на мне 50. Здесь внутри тоже идет кулисочка, можно затянуть кулиской. Здесь на рукаве тоже кулиса. Хотя рукав очень интересный. У нас он идет расширенный книгу. Здесь идет он в распуске. Впереди и спинка у нас сделана паркетная выкладка. Меховой пояс. Вот посмотрите, как интересно смотрится модель. Цена такой шубки 95 тысяч рублей. Следующее меховое изделие, тоже курточка, очень интересная. Здесь идет тоже, девчонки, чернобурка, но здесь идет чернобурка серебро. Она такая черная с белым в россыпь. Посмотрите, внутри капюшона идет норочка, и здесь идет большая такая окантовка из чернобурки. Она не дает большой объем, но когда одеваешь капюшон, обратите внимание, как красиво смотрится. Длина изделия 75 сантиметров. Здесь рукавчик укороченный под высокую перчатку. Очень симпатичная шубка. Цвет сильвер красивый, с такими темными спинками, переходами. И цена такой шубки у нас 98 тысяч рублей. Девчонки, очень хорошая цена и нарядная, красивая шубка. На зиму, на снег, просто шикарная. Девочки, следующее меховое изделие у нас идет 80 длина сантиметров, цвет графит. Здесь у нас рукав тоже идет в распуске. Здесь рукавчик съемный, как вы уже знаете в шубках, что здесь идет молния, которая вот скрывается мехом, можно ее снять. Здесь кулиска, хороший рукав длинный. Вот я стану, вот, чтобы вы посмотрели со всех сторон. Еще раз напомню, у меня рост 1,68 м, 50 размер. На мне размерчик, я уточню, девчонки, сейчас скажу вам. На мне размер 48. Посмотрите, какая куртяшка и нарядная, и красивая, и теплая. И вот шикарно смотрится. Хороший мех. Здесь идет хорошая скандинавская норка, но она очень коротковорсная. Мне очень нравится, когда мех такой ровный, коротковорсный. Цена такой шубки у нас 115 тысяч рублей. Девочки, в нашем магазине есть разная длина, и коротенькие 65, 70, 75 сантиметров, 80. И вот такая на мне сейчас вот красивая шубка. Она в метровой длине. Здесь идет распуск, накладной карманчик, меховой пояс, большой, огромный, красивый капюшон. Вот обратите внимание на капюшон, который сделан из куницы. Здесь куница идет... Смотрите, светлое, очень красивое сочетание светлой куницы, светлой норки. Норка, она у нас в пастельном цвете. Здесь идет коротковорсная, смотрите, ровная, хорошая, натуральный, не тонированный, красивый цвет норки. Цена такой шубки у нас 175 тысяч рублей. Девчонки, цвета есть черные, в графите, в белом цвете. В таком изделии. Следующая модель у нас летучая мышь. Наши любимые, легендарные наши летучие мыши, которые мы всегда рекламируем. Они у нас есть в любых цветах, в любой длине. Они у нас идут 70 сантиметров, 75, 80, 85. Есть в скандинавской норке, в канадской норке с добавочным мехом. Мех у нас идет с чернобуркой, с рыськой, с соболем, с куницей. Просто идут капюшоны без добавочного меха. Есть они у нас английский воротник, стойка воротник. Ну, все есть. Только приходите, звоните. И разные цвета. Сейчас на мне шубка, черный цвет, автоледи.
Здесь длина 75 сантиметров, она идет в распуске. Здесь идет капюшончик, окантовка из чернобурки. Вот такая красивая шубка, она не дает объем, потому что в распуске шубки не дают объем. И здесь летучка, здесь рукав в летучке очень аккуратный. Цена такой шубки 98 тысяч рублей. Девочки, следующее меховое изделие. У нас идет тоже паркет. Перед этим я показала паркетную выкладку в граффити с добавочным мехом. А сейчас я хочу показать модели, которые у нас очень пользуются спросом. Мы иногда говорим, эти модельки у нас расходятся, как горячие пирожки. Потому что ну, на кого одеваешь, они все любят эти модели. Девчонки, которые приходят, говорят, не хочу лишнего, там добавочный мех. Не хочу широкий рукав, не хочу кимоно, а хочу классическую, ну, как какую-то модную шубку, чтобы она была не очень такой простой. Вот есть такие модели, которые они у нас идут. И стойка воротник, английский воротник, капюшончики и цвета разные. Здесь вот на мне представлена модель пудровый цвет, вот светлая пудра, паркетная выкладка, длина 90 сантиметров. Стойка воротник, внутри кулисочка. Вот тоже она у нас так затягивается. Я вот покажу ее со спины, как она смотрится красиво. Есть длина метр, метр десять в таком цвете. Но цвета у нас очень много цветов. У нас есть темная пудра, графит, черная, махагон, белые цвета, голубые, голубые разные оттенки. Цена такой шубки от 90 тысяч. Девчонки, тоже все зависит от категории меха. Есть канадская коротковорстная, есть скандинавка. Здесь очень хорошая скандинавка. Она идет ровная, теплая, пушистая, красивая. Вот шубка. Девчоночки, ждем вас в нашем магазине. Приходите за такими красивыми и недорогими шубками. Девочки, в продолжение той шубки вот я хочу показать вот голубой цвет. Как красиво, как нарядно смотрится голубая норочка. Здесь идет английский воротник. Длина изделия у нас метровая. Тоже полный рукав. Рукав идет прямой. Девчонки, обратите внимание, я повернусь спинкой, чтобы вы посмотрели. Посмотрите, как красиво выложена паркетная выкладка в этой шубке. Здесь такое сочетание красивое, темное со светлым. Она смотрится как деграде. Очень красивая шубка. Цена изделия от 105 тысяч рублей у нас в метровой длине. Девчонки, мы вас все ждем. Приходите к нам в наш магазин. Магазин Фурсини, который находится в торговом комплексе «Садовод». Девочки, следующее меховое изделие у нас очень яркое. Цвет электрик для наших модниц, которые любят ярко одеваться, любят себя баловать яркими цветами, в которых уже есть много разных в гардеробчике шубок, черных, коричневых. Вот цвет очень яркий, красивый цвет. Обратите внимание на вот эту красоту. Здесь идет со спины ремешок кожаный, впереди меховой. Вот, смотрите, длина изделия 120 сантиметров, рукав манжет, паркетная выкладка. Девчонки, в таких моделях у нас все цвета радуги, можно сказать. Какой цвет хотите, вот фуксия, синий, розовый, белые цвета. Ну, здесь у нас на манекене несколько моделей тоже вот ярких. А так у нас очень много цветов в таких модельках. Это тоже мои любимые модели, которые садятся на всех девушек. Просто вот красота. Здесь иногда девочка одевает, говорит, она большеватая. Нет, девочки, это здесь роскошь меха. В этих моделях всегда можно показать вот эту роскошь, потому что шубка идет у нас... кимоношка, рукавчик, и она смотрится просто роскошно. Обратите внимание вот на эту красоту. Цена изделия от 130 тысяч рублей. Это тоже все зависит от категории норки.
Девочки, вот шикарная модель, новую модель, которую я получила, просто шикарная, элегантная, красивая шубка в блэкламе. Длина изделия здесь идет 140 сантиметров, большой, огромный капюшон, посмотрите, капюшон из куницы, какой здесь красивый большой капюшон. Вот можно его здесь закрыть, здесь тоже есть пуговичка, и сделать воротничком под горлышко. Изделие очень шикарное. Девчонки, здесь внутри идет кулиса. Тоже ее можно приталить, эту модель. Она будет смотреться прямо как платье. Модель, вот шубка-платье в красивой норке. Норка идет легкая, коротковорсная. Просто играет мех. Вот мех, слов нету для этой шубки. Я одеваю и сама радуюсь. Думаю, боже, какая красота. Классические шубы. Кажется, что вот классика, она обычная, она необычная. Это просто роскошь, это красота, красота изделия. Вот смотрите, прямой рукав, низ идет, внизу идет широкая пластина. Это пластовая шубка, она сделана из цельных пластов. Но здесь пластина идет вот по нижней поле. И все равно эта шуба у нас идет как юбкой. Она вот как гадешка смотрится, не прямая, потому что есть вот такие модели с разрезиком по бокам. А здесь вот шедевр, не шубка, а шедевр. Цена изделия 220 тысяч рублей. Девчонки, есть такие модельки у нас без добавочного меха, с капюшоном красивым, огромным. И есть у нас английский воротник с добавочным мехом, мех из куницы. Ну вот красота. Просто шубка шикарная. Девчоночки, следующее меховое изделие у нас идет сильвер. Тоже очень интересная светлая модель, которая у нас тоже пользуется спросом. Здесь идет большой капюшон из куницы, куница каменка. Но здесь очень красивая каменка. Здесь очень много темного. Обратите внимание на этот капюшон. Огромный капюшон и темная иголочка. И очень красивое сочетание сильвера с куницей натуральной. Меховой пояс. Длина изделия у нас 105 сантиметров. Пластины, прямой рукавчик. Рукав тоже здесь идет у нас, затягивается вот для мерзлячек наших на холод. Здесь внутри тоже кулиса. Цена изделия 160 тысяч рублей. Посмотрите, девчонки, со всех сторон, какая красивая шубка. На мне... Добавлю размерчик, на мне идет 50. Вот посмотрите, можно одевать ее с поясом и можно без пояса. Как меховое красивое светлое пальто. Девочки, на мне меховое изделие из каракуля. Девчонки, я хочу напомнить, что каракулем на рынке садоводе занимаемся только мы. Цены у нас очень демократичные. Цены у нас идут от 30 тысяч рублей. Девчонки, на мне меховое изделие. Вот смотрите, длина изделия у нас идет метр. Воротник апаш, прямой рукав. Здесь шубка из каракуля. Цена такой шубки у нас 80 тысяч рублей. Размеры есть от 44 по 58 в такой модели. Девочки, следующее меховое изделие из каракуля. Вот оно у меня маленькое, но очень красивая модель. Мы называем эту модель тюльпанчик. Но они идут до 46 размера. Ну, кому понравится эта модель, мы можем сделать на заказ. Только свои мерочки, мерки груди, бедра, и через 2 недели шубка у вас. Здесь красивый цвет. Посмотрите, какой красивый графит. Он идет с переходом. Оливы очень красивые. Здесь застежка идет на бок. И вот такой фигурный красивый низ. Но я постараюсь вам показать, чтобы понимали, как оно смотрится на наших стройняшек. Девчонки, смотрите, плечо, линия плеча здесь шикарная. Красивая стойка. Цена изделия 88 тысяч рублей. Цвета, добавлю, цвета есть черные, коричневые, серенькие.
Девочки, следующее меховое изделие из каракуля, тоже очень цвет красивый. Здесь ближе идет каракульчик. Здесь такой красивый ребристый завиток. Вот подойду поближе к камере, чтобы вы увидели завиток. Темный-темный шоколад. Здесь тоже воротничок сделанный, стойка. Длина изделия у нас 95 сантиметров. Рукав фигурный. Линия плеча тоже, обратите внимание, очень красиво сделана. Цена изделия у нас 95 тысяч рублей. Девочки, следующее меховое изделие мы получили из каракульчи цвет олива. Шикарный, бесподобный цвет. Она вся переливается. Очень красивый рисунок. Я даже не могу передать, вот какая здесь красота. Легкая шуба. Размер на мне, девчонки, этот 64 размер. Но эта модель садится от 50-го. Вот я ее одену на себя, на 50 размер. Посмотрите, какая шикарная модель. Она облегченная. Девчонки, вы думаете, каракуль, что он тяжелый, как раньше был? Нет, сейчас каракуль, каракульча, она идет облегченная. Она просто невесомая. Вот эта шубка на мне невесомая. Вот модель очень интересная для девчонок, у которых бедрышко, которые хотят скрыть чуть-чуть фигурку свою. Это идеальная модель. Вот я ее крутанусь, посмотрите со всех сторон, как красиво смотрится. Цвета есть у нас черные, коричневые и вот олива, очень шикарный цвет. Цена изделия 160 тысяч рублей. Девчонки, в нашем магазине есть скидки. Кто нам звонит, кто приходит по Ютубу, кто говорит, там мы вас видели, мы вас смотрим. Конечно, мы всем делаем скидки, мы делаем подарки. Сейчас новогодние скидки будут. Подарки всем делаем. При встрече мы скажем, покажем подарки, которые мы приготовили для вас в честь Нового года. Новый год уже не за горами. Вот, обратите внимание на вот эту красоту. Каракульче как платье. Шубка-платье. Девчоночки, вот следующее меховое изделие идет тоже с каракуля. Тоже у нас идет стоечка. Стойка. Очень мне нравится эта стойка, которая не душит горлышко. Эта модель у нас в каракуле цвет олива. Тоже здесь фигурный рукавчик интересный. Снизу она идет на сужение, обратите внимание, длина изделия метровая, крючочки у нас вот хорошенькие, так закрываются плотно. Вот посмотрите, какой красивый ровный подбор каракуля, прямо вот как одно полотно. Смотришь, не видишь, как ткань, даже никто не скажет, что это шубка натуральная, насколько красиво подобран каракуль. Цена такой шубы у нас 105 тысяч рублей. Девчонки, в такой модели цвета у нас есть в граффити, в сером цвете, в черном, коричневом, в оливе. Олива очень шикарно. Олива смотрится всегда дорого и не повторяются вот эти цвета, их очень мало. Девчонки, черного можно подобрать, потому что черный завиток, он по-другому его можно сложить. А вот в таких цветных, в оливе, в граффити тяжело подобрать. Но у нас очень красиво мастера подбирают каракуль. Девочки, посмотрите, какая интересная шубка. Вот длина изделия у нас 120 сантиметров. Цвет индиго, вот смотрите, какой темный, красивый, насыщенный цвет. И вот так красиво подобрали чернобурку. Вот такая идет длинная по всей поле чернобурка. Ее сделали очень красиво. Ее сделали такими квадратиками по низу. И здесь вот внутри идет у нас замша. Очень смотрится так, чтобы она не увеличивала, потому что если будет сплошная чернобурка, она будет давать объем. А здесь ее разрезали такими квадратиками. Но изделие очень смотрится креативно. Очень красивая шубка. Она идет в распуске. Прямой рукавчик, меховой пояс. Цена шубы 105 тысяч рублей. Очень красивая цена, как и шубка. Девчоночки, она у нас одна, так что мы вас ждем за такой красивой нарядной шубкой.
Приходите в наш бутик Фурсини, у нас очень красивые шубки. Мы очень хорошо подбираем, у нас большой коллектив. Мы всегда стараемся подобрать вам красивые, нарядные. И на ваш вкус, и свой добавляем. Если вы что-то не понимаете, что хотите, мы всегда стараемся вам подобрать. Магазин Фурсини на Садоводе ждет вас. И вот разбавить наш каракуль темный захотелось вот красивым малиновым цветом. Очень интересный цвет, мне нравится цвет малиновый, можно сказать гранатовый цвет. Английский воротник, длина изделия у нас идет 70 сантиметров, на мне размерчик 48, такой красивый яркий пиджачок. Девчоночки, можно его сейчас покупать. И идут первые холода, и одевать такую красивую шубку. Цена изделия 70 тысяч рублей. Сразу покажу вот еще несколько цветов, которые я приготовила. Вот цвет красивый сирени. Смотрите, цвет сирени, нежный цвет. Тоже вот такая шубка, пиджачок в паркетной выкладке, английский воротник. Здесь полный рукав, рукавчик здесь на кулисочке закрывается. Здесь внутри тоже кулиса. Очень интересная шубка, которую сейчас вот в первые холода можно одевать. Цвета есть все. Цвета коричневые, бежевые, графиты, яркие, яркие. Даже таракотовый, красивый, морковный цвет есть в такой модельке. Девчоночки, вот на мне тоже очень интересное меховое изделие из норочки. Длина изделия 120 сантиметров. Тоже новая расцветка. Расцветка, вот я бы ее назвала зеленого яблока. Очень такой цвет интересный. Я думаю, что для наших зеленоглазых девчонок, кароглазые, очень подойдет вот такой цвет. Английский воротник, меховой пояс. Со спины у нас тоже кожаный идет поясочек. Паркетная выкладка, здесь идут карманчики накладные, вот на магнитиках. Смотрите, какая шикарная вот праздничная шубка. Девчонки, ну согласитесь, ну красиво, яркие шубки все равно. Вот я их сама одеваю, и прямо настроение. Одеваешь и думаешь, ну украшает. Украшает вот яркие цвета. Цена такой шубы 125 тысяч рублей. Девчонки, вот на завершение нашего показа. Посмотрите, какую я вам оставила шикарную красивую шубку из рыси. Длина модели 1 метр, английский воротник, легкая, красивая, теплая шубка из рыси. Шикарная, девчоночки. Цена такой шубки у нас идет от 300 тысяч и выше. Девчонки, наш показ подошел к концу. Спасибо, что смотрели нас до конца. Мы вас ждем в торговом комплексе «Садовод», наш стенд «Фурсини». Девчонки, у нас большой, огромный павильон, три входа. Большая вывеска «Фурсини». Мой номер телефона 8-926-585-2541. Любовь!